Over the Horizon. Видите, что команда Юргена Клоппа, ну, кстати, надо сказать, что у Арсенала 8 человек из ОСО. И Ливерпуль, который 30 лет ждал, когда... Тоже отдельная тема для сегодняшнего репортажа. Мо Салах никуда не делся, он не глобальные изменения. Пьер-Эмерик Обамьян главный начинать. Несмотря на то, что Арсенал и Ливерпуль невероятно трофейные, не по-прежнему пусть, но которым до сих пор есть шампанское. Тут девушки пускает Юрген Клопп и Микель Артета. Варбитлы уже легенды, никаких вопросов тут и быть. Он сегодня есть, и если потребуется, появится. А пока первая атака. Подача, отличный мяч для Салаха был. Уже играть. Уже играть большую встречу. Нет, здесь мяч не попал, не расстроится. И я думаю, что это, конечно, историческая причина. Вот так против Фейенорда в Роттердаме товарищескую играть. Их поменяли на Сити и Астон Виллу. Подача. И 1-0. Да, был офсайд здесь. Очень четко отработан. Забивает также под шумок. Также Сити сейчас заигрывание с Лионелем Месси. Это то, что везде абсолютно во всех болельщиков. Брайтона, кто-то, наверное, подъедет из Лондона по своей программе. Обязательная правда, на трибунах уже можно без маски. Должно быть в эту коронавирусную эпоху. И стоит довольно быстрому распространению коронавируса. Пока же давайте за Обамьянком посмотрим. Его ударом! Пьер-Эмерик Обамьянк. Путь встречает, а только это и нужно для такого маэстро. Сюда на фланг, и дальше все очень просто, пятится. И это открытие сегодняшнего матча. И на 12-й минуте без мяча Арсенал. С мячом-то он забил. Там было испанское противостояние. Тоже. Кстати, может быть, сегодня мы холдинга в... А пока атака Арсенала вновь довольно любопытная. Передача, великолепный розыгрыш. Проходить дальше, что там выдумываешь, штрафной, личный гол для габонца. И здесь совершенно неожиданный вариант. Пейналдум, Салах. Что в этой системе координат подача Арсенала. Ну так, подача. Отсюда бить можно. Еще одна закидка такая на Милнера. В Арсенале передача штрафной. Ну, в общем, это круто. Но Гранита Джаки. Вот, из серии вас тут... То ли подумал, что сейчас она чуть больше обестраивается, или когда садятся в 5-4-1. В общем, раз подряд ошибается с пасом, длинным пасом Давид Луизом. Луизом еще одним его человеком. И вот Вильян. Удар поворотом и удара. Ну вот, попытка, вот удар. Фокус внимания и передача. Мяч спиной к чужим воротам и вот так выгоняет. Но на самому идти теперь. Раздает возможность подача. Великолепная обработка Джеймса. И опять высокие мячи летят на своих местах. И чувствует себя довольно комфортно Арсенал. Падение по передаче. Рухнул на землю. Робертсон. Ну вот как раз добавление игрока. С фланга пришел и... Отличная передача, ну слишком много движений. Очень часто мяч к нему прилипает. Последние минут 15, правда. Ну, мы видим. Робертсон. Подача. Ситуацию с Обамьянком. Это в прошлом году 14 во всех турнирах. Удар по воротам. Салах. Классный пас на Робертсона. Прострел. В офсайде нет, Сака не доработал. Робертс. Ну, можно было пропустить, там Мартинес бы взял. Милнер. Робертсон. Классно разыграли мяч, и как неожиданно. Подача. Ну, вот сейчас стандарта у Арсенала. Ну, или со стандартом просчетом. Так, сейчас посмотрим здесь, что произойдет. Ничего. Мой, разумеется, вот там вообще прощать не будет. Удар Кирана. Сака, подача. Нет. Что с офсайдом Обамьянка? Есть там. Очень долго думали. Он сказал, и тут же Обамьян ушел с фланга.
здесь блок не идет. А мяч выигрывает Арсенал, и очень хороший момент. Он и будет подавать. Кап. Чтобы вы поняли, как вообще идет игра. Вот этот бегущий Ван Дайк. Робертсон. Где-то... Мане. Неко тогда вышел в основе. Сразу сделал голевую. Контракт в следующем году истекает. Переподписано. Ну и в связи... Это очень серьезно. Говорят, что если Ливерпуль подпишет Тьяго... Как будет развиваться событие с Вейналдумом. Пока же удар. Ну, здорово. Фермино. И его удар! Красиво. Все с дальней дистанции. Ну, не дают. Вот. Опа. Действительно, Фермино здесь против Неко Уильямса. Тяжелый день для молодого человека. Подача в атаку. Кстати, ничего подобного. Возможность играть в лучшей команде Англии. Пол Брюстер очень интересный. Молодой футболист. Он дальше что все равно не делает. Исправляться. А он делает классную передачу. Ну и Роцан. Ну вот возможность для скорости Садио Мане. По пресечению XG. И дальше Садио Мане. В Англии до 23 мая. Последние 5 раундов. Тони Миллеру. Джеймсу Миллеру. Недели подряд. Желтая карточка. С... Ван Дайком теперь в связке. От Салах. Абамьянг. Длинно, красиво. А тут сразу фантастические деньги. Я еще так много просил, потому что у Ливерпуля. Мане тут обыгрывает соперника ниже класса. Там кроется проблема. Удар мина. По большому счету, пока мы не видим. Чуть не первый удар в ствол. Очень неплохо. Момент. А, видите, первая рука, наверное, была у игрока. Сразу не разобрать. Но дать по... Тут проверять нечего. Гол. А Сэнди Робертсон. Везет атаку на свои ворота. Мане как отклеился. А дальше Киран Тирни куда-то улетел. А Мане мог принести победу своей команде. 9 минут осталось. С блондинистым пробором остановил. Но, конечно, нет. Никаких 5 не нужно. Такой момент сейчас зреет. Вот. Удар момент. Будут вытаскивать все силы. Такие люди на скамейке сидят, что 5 замен. Раздавал неточные передачи, потом подумал, что вообще это не его дело. Пропадет. Уиллок поймал мяч. Суперкубок. Поехали. Салах. Здесь разгадка. Ну и утеплился Юрген Клоп. Очень четко. А что в серии? Мартинес. Арсенал, и вот она искренняя испанская.